В парке «Маяк» стартовала фотовыставка «Открывая Колыму». Магаданцам представлены 18 работ с изображением живой природы региона глазами профессиональных художников. Данная выставка организована в честь 175-летия Русского географического общества и 60-летия областного отделения. У нас уже была подобная выставка, но она была посвящена «Самая красивая страна», если помните, это было год назад. И она была рядом с библиотекой имени Пушкина. В результате она простояла 9 месяцев, тоже всем понравилось, но здесь мы решили уже популяризировать сам регион. Дело в том, что мы смотрим разные каналы, и российские, и нероссийские, очень много красивых кадров, видео и так далее. Но при этом, к сожалению, не так много простому человеку можно увидеть профессионально красивые фотографии или видео про регион. Здесь мы видим профессиональные фотографии от профессиональных фотографов. Это всего лишь 18 кадров, но при этом они совершенно разные. Практика подобных выставок показала, что магаданцы любят фотоработы с колымской природой. Кроме старожил удачного кадра, таких как Валерий Остриков и Александр Шафранов, за дело берутся и молодые фотохудожники, которые, со слов бывалых мастеров, с каждым годом становятся на уровень сильнее. Уровень мастерства у молодых растет, вот они пытаются как-то совершенствоваться, участвуют в огромном количестве разных выставок по всей стране. И у нас, и наши ребята очень, кстати говоря, на очень высоком уровне. Фотовыставка «Открывая Колыму» в парке «Маяк» продлится до октября. В планах Русского географического общества установить подсветку на линию фотографий. А всех магаданцев приглашают полюбоваться изображениями места природы, пока погодные условия дают такую возможность.